2 изнаночных, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, накид лицевой, делаем накид, 2 вместе последних. Две изнаночных первые, 1 лицевая, 2, 3, накид лицевой, делаем накид, 2 вместе. Узор этот крутится, носочки получаются как спиральные. Две изнаночных, лицевая, 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 накид лицевой вяжем, делаем накид, 2 последних вместе. Так, сейчас будем узор повторять. Сейчас гляну, все 4 я провязала. Да, вот последний накид. Так, узор повторяется с первого ряда. 2 изнаночных, делаем накид, все лицевые, 2. А вот этот вот накид с этим, с последней петлей, делаем 2 вместе вот так, чтобы не было бугорков, чтобы ровная вязка получилась, она нежнее смотрится. Так, накид, все лицевые, 2, 3, 4 лицевых получается, а накид с последней петлей вот в эту сторону, наклон у нас идет, 2 вместе, 2 изнаночных, делаем накид, лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Так, а что ж у меня тут-то получилось? Ага, тут я... А, все правильно. Перекрутилась что-то у меня петелька. 2 вместе последних. Вот так вот. Так, и на вроде 4-я спица пошла. Так. Две изнаночных, накид, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 и 2 вместе. Все, узор у нас повторяется. Так мы вяжем до пяточки. До последней петельки с накидом мы наклон делаем вправо, получается. А когда узор заканчивается, последняя петелька с накидом получается, то мы закрываем, чтобы наклон был влево. Тогда вот такой узорчик получается. Я сейчас до пяточки довяжу и потом вместе свяжем пяточку. Покажу, как.